Итак, жители 4-го микрорайона временно остались без холодной воды. Сегодня утром отключение ХВС коснулось многоэтажек по улице Кирова с 20 по 38 дом, а также по улице 12 сентября с 3 по 5 дом. Это необходимо для устранения утечки на водоводе. Земляные работы будут вестись в сквере напротив филиала УЛГУ на пересечении улиц 12 сентября и Пушкинской. Как сообщают представители Ульяновск-водоканала, ремонтные работы планируют завершить в течение дня, после чего подача холодной воды будет восстановлена.